Так, теперь нужно найти Мадеру. Все по направлению. Так, я смотрю, здесь пехотинцы есть, надо их сейчас пострелять. Ликвидировать как можно быстро. И тихо. Двое ушли. Здравствуйте. Это все, что я знаю. Спасибо за помощь. Будьте начеку. Похоже, в нашем секторе враг. Так, новая зацепка. Такой дрон меня. Второй раз. Будь рядом с ним. Черт, это флайкетчер. Бегом, бегом. Пола! Бегом! Давай! Давай! Вот черт! Назад! Назад! Thank you.
Очень плохо. Текилы хлопнешь, оклемаешься. Согласна? Ладно, нужно менять планы. Найдем тебе врача. Лучше не медлить. Отведи меня на станцию Южный мыс. Там нам смогут помочь. Так, теперь модера нужно будет тащить до станции там. Как раз вот вертолет. Так, что сейчас нужно делать? Есть такое дело, самолет у нас сева. Все. Боже! Кровь не останавливается. Надави сильнее. Эй, не засыпай! Я не сплю. Эти чертовы дроны. Твоих рук дело? Части. Флайкетчер подгоняет их под себя. Добавляет свои нехитрые модификации. Турбину поменяет, поведение подкорректирует и... Да, он умен. Он опасен. Он был моим персональным надзирателем. Он один из элитных волков. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Когда одна из моих сотрудниц пропала, прошел слух, что это он ее похитил. Не знаю, зачем, но... Учитывая, над чем работала Уоллес, это не к добру. Судя по всему, мне надо бы разыскать этого типа. Будь так добр. И скажи ему пару ласковых от меня. Я придумаю что-нибудь хлесткое. Уоллес работала в той лаборатории? Нет. Когда это произошло, она находилась в усадьбе Грандвью. Пола, очнись. Мы почти добрались. Эй, не закрывай глаза! Идем. Эй, ей нужна помощь. Она сказала, здесь есть врач. Пола? Лазарет ее. Держись. Все будет хорошо. Что случилось? На нас напали дроны. И ты ее спас? Ага. Как ты ее нашел-то? Мне дал наводку Дайгера. Мой брат. Ну, конечно. Но послал тебя за ней Джейс Скелл. Так Паула Мадера твоя подруга? Ты удивишься, как много людей не в восторге от трансгуманизма. Можешь навестить ее в лазарете. Так, где там? Thank you.
Так, а где этот лазарет или что, не понял? Так, вот это, наверное. Не пугайтесь. Мне нужна информация. Поможете так, мне? Просто... Я рассказал вам информатор. Все, что знаю. Отлично, спасибо. Оружие. Я все хорошо. Там двое впереди. Пожалуйста, не доставай меня! Так, на этом сделаем паузу и продолжим позже.